Это все мы, строители, мы строим детские сады, мы строим дороги, мы строим поликлиники, больницы, все это, мы сейчас начнем строить. Это все, это все здорово. А мы сегодня пришли не только вас говорить о положительных результатах, но мы сегодня ставим и предлагаем на работы перед властью. Председатель Совета молодых педагогов Троицкого и Новомосковского
административных округов Москвы Елена Зинченко. Приветствую вас, Отдел педагогов Москвы и